А, и все в яму упали. Роди, зомбика, роди, птичка. Вот, да, наконец-то птичка родила зомбика мне. Наконец-то он вылупился из яичка, ребята. И мы продолжаем наш забег. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру под названием Зомби Цунами. Так, ребят, ну что ж, погнали. В прошлой части мы с вами уже купили иракезы, а где мои иракезы, кстати? Тут только девочка с косичкой и лысый зомбик, без ничего. Хочу иракезик. Так, давайте начнем. Так, а вот девочка кричит, давайте ее съедим вот так вот аккуратненько. И побежали дальше. Так, две девочки у нас есть уже. Ага, тут еще одна. Уже у нас четыре зомбика. Так, погнали. Опа, еще один зомбик сейчас будет. Оп, бомбочка, давайте перескачем вот так вот. Оп, еще тут чего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, половину потерял на ямах зомби, ребят. Так-так-то, надо быть бдительным очень. Так, ну что ж. Так, в этот раз мы должны с вами забежать очень далеко. Отлично, отлично, прыжок, прыжок, прыжок. Так, здесь что у нас? О, дракон. О, как мне не нравится дракон, ребята, если бы знали. Как мне не нравится дракон на самом деле. Так, уже 12 зомби у меня. Перфект. Ой-ой-ой. Да, аккуратно. Так, ну что ж, нас 11 уже. Так, еле-еле мы побороли этого дракона. Не люблю драконом играть, потому что он очень часто распадается на части. И таким образом я теряю всех своих зомбиков. Ой-ой-ой-ой. Перфект. Так, погнали, погнали, погнали. Наша команда не должна отставать. Мы должны добежать в любом случае. Ой-ой-ой-ой-ой, как так-то на все бомбы на эти, а? Да что ж такое-то, а? Перфект. Отлично. А, не успел, ребята, не успел. Немножко перескочить не успел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какие ребята эти здесь. Кто здесь? Ниндзя, отличненько. Ниндзя я люблю. Ниндзя это хорошо. Так, мы уже с вами, ребятки, съели 22 человечка, 22 мозга получили мы за это. О, десантники, отлично. Все, десантники наши. Ого, ребят, скорость. Посмотрите, я не успеваю, реально. Реально очень скорость очень огромная, ребят. Я вообще не успеваю практически ничего делать. Как так-то, а? Да как так-то, птичка? Рожай, рожай еще одного зомбика. Ай-яй-яй-яй, не родила зомбика. Только улыбнулась мне. Так, ну ничего страшного, ребят. Тем не менее, мы с вами заработали изысканный дважды срыгнутый коньяк. Посмотрите, сколько нас у него уже. Отлично. Так, 27 мозгов. Отлично, скоро продадим мозг и будут денежки у нас. Так, давайте зайдем в магазины. Что у нас здесь? Здесь у нас все, в принципе, куплено. Так, это у нас есть. У ниндзя все есть. В общем, пока еще ничего открытого такого нету, прям такого крутого. Ну, ладненько. Так, это у нас какой-то тут интернет. Так, ребят, смотрите, бесплатные бриллианты. Это недоступно нам еще. Я понял. Тогда давайте просто-напросто... Что же сделаем? Что мы можем купить? Так, давайте купим, наверное, двойные зомби за 2500. А там посмотрим. Или тройные даже, ребят. Так, ну что ж, погнали. Эй, один зомбик остался там. А что же он не перескочил-то, а? Слабенький сильно. Давай, скакай, скакай, скакай. Отлично.
О, ням-ням-ням-ням, как же вкусно. Давайте дядю этого, короче, давайте, вот, вот, вот так вот, хорошо, замечательно, просто круто, ребятки, просто замечательно. Так, ну что ж, перфект, отлично, просто замечательно. Ох, ребята, первые два не успели перескочить ямку и, перепрыгнуть, и получилась, короче, такая вот штука, что мы попросту проиграли. Так, здесь уже танки, ребята, по правому флангу стоят. Нужно быть очень бдительными и аккуратными. Так, теперь давайте прыгать. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Ой, там вертолет и бомба. Ну как так я облажался? О, НЛО, ребята, они сейчас нас будут клонировать. Круто. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Клонируйте нас, клонируйте. Круто, 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 круто. Мы маленькие. О, зомби к сирокезам, ребят, появился. Ой-ой-ой-ой. Ой, кто-то попался на бомбочку из моих зомби. Ой, как я так перескочил-то всех, а одного только съел. Нужно было всех сразу съесть, а я как-то не подумал, ну ничего. Так, осталось нас совсем мало очень, ребятки. 4 зомбика. Вау, фух. Землетрясение чуть не унесло все наши жизни. Перфект! Круто! Быстрее, ребята, быстрее! Побежали быстрее! Нам надо добраться. Чем дальше, тем лучше. Погнали, погнали, погнали. Но все равно половину зомби теряю на ямах, ребят. Ниндзяки! Так, ниндзяшки, погнали. Вау, крутые ниндзи. Вау, 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 крутые ниндзя, подождите. Скакай, скакай, скакай. А, они все. Они бомбы разбивают, я забыл сам. Ой-ой-ой. Вау. Ой-ой. Ой-ой-ой, ребята, мы в Лос-Анджелесе уже. Посмотрите, он буквы Голливуд. Вау. Вау, вау, вау. Вот это реально мы далеко уже с вами зашли. Ай, да что ж я нечаянно нажал прыжок. Ради, ради, пожалуйста. Ай, да что ж ты такая птица нерадостная. Родила бы мне маленького зомбика, и я побежал бы себе дальше отлично играть. Так, ребят, ну что, тут у нас уже почти полный изысканный вкус коктейля. И должно что-то открыться, я так думаю. Так, продать монеты за 400 рублей. Конечно, да. И погнали с вами. Пробежимся. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте как-то будем выбираться из этого потихонечку, что ли. Вертолет, ребята, пролетел. Перфект, отлично, все, забрали мы. Так, что это у нас? Это у нас, короче, футболисты. О, футболисты тоже классные чуваки. Но половина футболистов, ребята, упала в яму, так как скакать они абсолютно не умеют. Ой, зомбики. Ай, куда ж ты моего самого любимого зомбика? Веракези, я, короче, его проиграл. Давай, давай, давай. Ой, да что ж ты будешь делать? Давай, зомбик, погнали, погнали, погнали. Мои маленькие жучки, погнали. Вот так вот, отлично. Отличненько, отличненько, просто супер. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте. О, скаку, прыжок, прыжок, еще прыжок. Еще прыжок. Еще. Отлично.
прыжок. Ой-ой-ой-ой, бомбы. Так, что здесь у нас? Ниндзя. О, мы взяли ниндзя, круто. Уай-уай-уай-уай-уай, ребята. И все ниндзя мои попадали. Ну, роди зомбика, пожалуйста. Да нет, таки не родил. Так, ну что ж, ничего страшного, ребятки. Мы поедем потихонечку дальше. Не успели мы родить зомбика, дорогие друзья. Но ничего, сейчас мы родим обязательно. Так, съели девочку, отлично, давайте зомби-забег пошел. Так, ребятки, если вы играли в эту игру, обязательно оставляем комментарий, как вы здесь вообще проходили, что вы здесь открывали, и нравится ли вообще вам эта игра. Если нравится, обязательно, ребятки, ставим пальчик вверх, подписываемся на мой канал и комментируем видосики, дорогие друзья. Так, что это у нас здесь? Здесь у нас футболисты, ребятки. Опять футболисты. Так, ну что ж. Давайте прыжок. Отлично. Футболисты все сносят на своем пути. Даже танки переворачивают. Да-да-да, ребята. Даже танки. Они прыгать сильно не умеют, потому что у них тяжелая форма такая. Но, тем не менее, ребята, у нас 11 зомбиков. Посмотрите, нас как много-то. Я не думал, что у нас так будет много. Я думал, у нас будет не так много. Ой-ой-ой. Прыжок. Ой, да что ж ты будешь делать? А, и все в яму упали. Роди зомбика, роди птичка. Вот, да, наконец-то птичка родила зомбика мне. Наконец-то он вылупился из яичка, ребята. И мы продолжаем наш забег. Погнали. Ой-ой-ой-ой, не успел я прыгнуть, дорогие друзья. Не успел я прыгнуть и упал в яму. Ну ничего, тем не менее, мы продолжим забег, потому что, ну так чисто случайно у меня получилось. Так, ну что ж, давайте побежали заново. Ой-ой-ой, классно, круто. Перфект. Отлично. Отлично. Бам-бам-бам-бам-бам, уже кричат там. Так, посмотрите, в каком иракезе я бегу, самый первый. Такой отличный зомби, который очень мне довольно-таки нравится. Ой, давайте скакать, это проиграем. Вау, бомба, баба. Все, одного уже не стало. Что здесь у нас? У нас здесь ниндзя, отличненько. Ниндзя я тоже люблю. Прикольные чувачки. Они рубят бомбы на части со своими звездочками. Видите? Бау. О, какая группа людей. Все, идите вы теперь с нами. Нас теперь 10. Отлично. Ой-ой-ой, мой веракезе чувак пострадал, ребятки. О, половина зомби потерялась по ямам. Ой-ой-ой-ой-ой. Да как такое вообще... можно-то делать, а? О, ребятки, мы еще одного зомбика родили мне. Вот это спасибо, мой птенчик, для того, что ты родил мне вот такого зомбика, потому что теперь я смогу продолжить игру. Спасибо тебе большое. Я думал, что я уже проиграю, дорогие друзья. Но тем не менее, нет. Мы дальше продолжаем наш забег. Все, нас уже два теперь. Так уже будет намного легче. Ой, опять один, потому что взорвался один на... этом. На бомбе. О, еще девочка, теперь двое опять. Ну, так уже немножко будет легче. Ой, опять потерял я девочку. Опять я потерял девочку на бомбе, дорогие друзья. Как так можно? Да, о, цунами. О, наконец-то. Теперь я соберу новых зомбиков и наберу новую команду. Отлично, просто замечательно. Вау, отлично. Сколько нас там уже зомби-то? 7 штук, ребятки, насобирали. А, и все проиграли. Да что ж ты будешь делать-то, а? Так, ну ничего, что-то мы здесь уже взяли. И у нас полная бутылка. Короче, вот такая.
О, ребятки, мы открыли с вами что-то новое. Отлично. Сейчас мы посмотрим, что мы с вами выиграли. Так, магазин. Парик в стиле диско, ребята. Мы купили для зомби паричок. Вот это прикольно. Давай посмотрим. Вот он. Ребята, посмотрите, какой парик у зомбика. Мы купили только что ему парик. Посмотрите, какой он смешной. Ха-ха. Иди сюда, дорогой, я тебя съем. Иди сюда. Так, уже два у меня в париках бегут. Отлично. Прыжок. Отлично, отлично. Просто супер. Иди сюда. Ой, забыли чувачка съесть, но ничего. Побежим дальше и узнаем, что там у нас дальше. Вау, вау. Круто. Отлично, дорогие друзья, просто супер. Ой, вертолет, вертолет, надо быть аккуратным и бдительным, потому что вертолет это очень серьезно. Ой-ой-ой, один мой паричок взорвался, о, дракоша. Ну что, дракончик, покажи, на что ты способен. Прыжок, отлично. Ох, какой дракон, ребята, посмотрите, в какого дракона мы превратились. Нашими зомбиками, ой, потеряли мы одного зомби. Так-так-так-так-так, тихо-тихо, прыжок. Ой-ой-ой. Я не хочу проигрывать. Так, ну что ж, опять мы зомбики, дорогие друзья. И погнали потихонечку. Вау, во, потеряли одного еще с париком. Никуда не годится. Ой-ой-ой-ой, ребята, потеряли много мы зомбиков здесь. Вай-вай-вай-вай-вай, куда ж ты летишь? Вай-вай-вай. Ой, не долетим, не долетим. Ради, ради, птичка зомбика. Ради, 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 ради. Ай, не родила нашего зомбика. Но ничего, тем не менее, дорогие друзья, мы с вами уже сегодня купили в магазине прическу, которая открылась новая. Просто замечательно. Заработали кучу монет, в общем. Так что все круто. Так что, дорогие друзья, встретимся в следующем выпуске. Этот выпуск подходит к концу. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх, оставьте комментарий. А вы были на канале Вечное Детство. И с вами был, как всегда, Юра. До скорых встреч. Пока-пока.